Привет, дорогие друзья и подписчики! Так, сегодня мы с вами находимся в Одессе на староконном рынке. Показываем вам зооряд. Больше, конечно, собак, чем всех остальных. Сегодня мы не пойдем к рыбкам, к птичкам. Сегодня чисто по животным, то есть собакам. Покажем, кто продается, какие представители сегодня есть. Сегодня, напомню, начало января 2022 года. Многие просят называть, скажем так, время, когда была съемка сделана, для того, чтобы потом можно было понять, что и как. В основном январь месяц в Одессе – это крупные породы собак. Чаще всего это азиаты, кавказцы, немцы, то есть довольно-таки крупные породы собак. Ну, посмотрим, как будет сегодня. Это как каждый год такой, скажем так, уже, как вам правильно сказать, ну, выработалась тенденция такая. А сегодня будем видеть. Итак, двигаемся в ряд собак, снимать то, что сегодня есть. Затроп работает для вас подпиской и лайк. Мы, конечно, стараемся работать и показывать все, как оно есть. Так, сегодня, несмотря на праздники и погоду, довольно-таки много представителей собак. И вот первые, смотрите, какие красивые малинуашки. Вон те красавицы. Да. Тут лабрадорчики разноцветные. Ко мне сюда. Вот так. Сколько им? 2,5 месяца. Ой, Димочки, золотце. А ну давайте в кадр. Золотце. А вот он сидит. Самые умные. Я подальше от всех, да, на умнике. Это явно девочка, да? Да, не все девки. Да, все девки. Красотки. Да, да. Речи гавкать умеют, да? Ну, Вола, давай. Ну, Вола, давай. Ну, давай, Вола. Крипапа, не хочу. Крипапа, не хочу. Вывез меня непонятно куда. Греются под стеклышком. Тут у нас овчарочка. Да, морда наша. Тут у нас азиатик. И пес. Да. То, что я... И девочка, да? Ну, мальчик, тоже... мальчик. Сколько ему? 4. Где морда? Да. Это у нас спрашивают, да? Хороших хозяев тебе. Тихуашечки. Ух ты, как надышали. Не успеваю. Вон тимосяне какие, да. Санта-Клаус. Точно же Санта-Клаус. Слушайте, мамка, мы домой хотим, в тепло. А, нет, там грелочка. Да, да. Вот, хороших хозяев вам. Спят они, конечно, уникально. Не будите, не надо. Ну не надо. Скажи, вот так потягусики такие. Чистые детки. Тут красавцы коты зачесали среди собачек. Да. Я еще и дом могу охранять с таким размером. И с такими лапками. Пухнастики, самоедики.
ну скажи, игрушки. Да. Такая белая мягкая игрушка. Сколько им? 4 месяца. Мальчик и девочка, да? Девочка. А, две девочки? Ну, красотки. Где наши бантики? Шурпейчики. Красавцы. Сколько им? Полгода. О, тут вообще пепельный обалденный. Мальчик, да? Угу. Да. Скажи, я брылястый мальчик. Обалденный, конечно. Кто тут у вас? Да. Зачетные псы. Что, вы просите за них? За голубого 600, за тех, кто 500. Отличный. Дай бог вам хороших хозяев. Да. Ты нам все интересно, мы любознательные. Да. Ох, как мы усердно кушаем. Какие красавцы, да. Скажи, а погавкать, да? Скажи, ушли. Обалденные. Это один помет, да? Да. Да, не надо, не надо, не надо, не надо. Что вы просите? Полторы-две. Это пацан, да, по центру стоит? Да. Вообще, конечно, бомбезный. Хотя и вот тот вот рыженький тоже. Да, самый огромный. Достойный, достойный такой. Сколько им, полгода оставили, да? Да. Да. Покажи своих кутенесов. Да, не видно там ничего. Скажи, надышали тщательно. Тщательно. Мамка, не открывай, нам холодно, так грелка греет. Они сами открывают. Любопытные, ох, любопытные, да, да. Тут у нас стаффорды. Сколько им? Два месяца. Ну все уходило. О, да, согласна, да. Добрый. Ушастики. Да. Сколько им? Два месяца. Что вы просите? $400. Два пацана? Да? Нет, девочка, мальчишка. Да. Классные. Тьфу на вас. Хороших хозяев. Спасибо. Ой, какие. Сони Мони. Эта чихуашка хитрая, да? За мопсиков, да. За мопсиков легла и нормально, и тепленько. Приобнял ее. Ага. И тепленько, и хорошо. Один драчун, да, всех заведет.
Так как всегда, одесский староконный рынок радует нас изобилием пород. Видите, даже есть редкая довольно-таки для рынка московская сторожевая. Да. Ну и буцматик. Буцматик. Да. Да. Сколько ему? 18-го будет 2 месяца. Мальчик, да? Девочка. Девочка? Для девочки вообще бомбезная такая мордаха. Да, да, правильно. Норные собаки. Берем на охоте место. Я самый фотогеничный, я готов. Я готов позировать. А взрослый сколько, убегает. Сколько а им? Ему уже 6 месяцев с половиной. Крупняк уже? Уже все, уже да. На поводоке пошло. Что вы просите? $350. Хорошая цена. Отдаю уже, а то да. Он только одевается. Я его на базар да. Не брал, а полинял, все дома сидел. Ты хороший хозяев тебе, точно же Кузя. Кузенька, что ты там испугался, Кузя? А деткам бежит. Бежит, ну. Да, деток любит. Ты дядька еще с непонятной палкой да, какой-то ходит, да. Ты же непонятная. Не бойся, не бойся, тебя никто не обидит. Хороших хозяев вам. Красотки. Сколько им? Шикарные, шикарные лисята такие. Да, шикарные лисята. Что вы просите за них? 250. Да, 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 скажи, разбудила мамка. Да, обалденные. Именно рыжие такие классные. Раскрас еще такие. Обалденный. Раскрас вообще просто бомбезный. Четкий, палевный, такой, как должен быть. Да. 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 Не хотим позировать, мы хотим домой в тепло. Или бегать. Вот тут у нас акитеныш. Тут у нас акитеныш. Да. Девочка явно, да? Конечно. Это пардашка наша, да. Да, да. Сколько ей? Будет 4 через неделю. Да. Ушастик наш, да, ушастик. Супер, расцветочка классная такая. Одна. Неразборчивый, понимаете, полупородок. Собаки, вот выше интеллекта в собаке да. Просто да. Нет. Да. Руки морды. Да. Да. Когда будет эфир? Сегодня? Да. Да. Вот эти. Я стараюсь сразу, чтобы все видели, кто хочет прийти. Кто хочет прийти купить, чтобы сразу было в эфире. Шикарный мальчик. Да. Сколько ему? Два месяца, два и неделя. Ну, кладите, чтобы не было холодно. Супер, супер. Да, так что? Да. Хозяин, отзовись. Хоп, скажи, хозяин. Я уже заждался. Упала. Да, вот такой вот замечательный йорк. Приходите, покупайте. Курносенький, все как положено. Замечательный. Привет, скажи. Супер. Здоровья и хороших хозяев. Спасибо большое. Может, отзовется? Да, конечно, отзовется. Скажи, как мы
кушаем хорошо косточки. Ну что, попробуй. Не, понимаю. Да. И мама, не отвлекай, мы кушаем, у нас процесс. Говорю, мама, я так хорошо кушал. Ты все равно играться не будешь сейчас. Классный пупсик такой. Девочка. А девочка, да? Сколько ей? 2 месяца. Классная. Да, вот. Да, мордаха такая, да. Да. Скажи, я готова позировать. Я готова позировать. Да. Шпицик наш такой. Надышали, надышали, скажи, надышали. Да. Мантик. Чувайки. Ушастики, красавчики. Сколько им? 3-4 месяца. 4 месяца. Классные. Скажи, особенно вот с одним лежачим, одним стоячим. Деваха. Ты посмотри, как она. И главное, что она залезла на всех, если она... сверху по головам пойдет. Да, везде. Скажи, правильно, мне так удобно. Мне так удобно. Ты. И хороших хозяев вам. Спасибо. Да. Сколько им? Да. Замечательно. Скажи, папа, закрывай. Папа, закрывай, холодно на улице. Мы хоть и норные собаки, но все-таки. Спим под одеялом. Да, но спим под одеялом. Хозяину заказывайте на будущее. Да. А сколько ему? 4 месяца. Что вы просите? 300 долларов. Хорошая цена. Да. 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 Дивуля такая, да, ужасная. Ушки чистенькие, все хорошо, глазки не закисшие. Великолепная собака, да. Приходите, забирайте, звоните. Ну, так у нас азиатики, добрый. Сколько им? 2 месяца. Угу, эти мордахи. Нам, по-моему, одним хорошо. Ни подогрев не нужен, ни грелки не нужны, да. Друг на друга положились, и все хорошо. Все у них в порядке. Да. Что вы просите за них? 200 долларов. Хорошая цифра. Да. Я самый любопытный. Явно девочка, да? Да. 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 Это кобелечек явно, да? Белый кобелечек. Белый кобелечек. Угу. Хозяев вам хороших. Да, да, хороших хозяев. Да, правильно вот так вот. Да, лапкой, да. Тут у нас лабрадорчики. Да, вот такие вот домашние песики. С улыбкой, да. 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 Сколько им? 1,5 месяца. Классные. Ой, там еще один закопанный, да? Да, да. Скажи правильно. Самый главный закутался, рыженький. Да. Хозяев хороших вам. Самое главное. Тут у нас померанцы в питике. Закопан, второй хочет закопаться. Да. 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 Такая вот с хохолочком. Красавица с хохолочком. Да. Морда, да. Такая вот. Да, слушайте, вообще бомбомбезный просто щеночек. Да, да. Обязательно хороших хозяев надо найти. Да. Ой, какой пепельный, обалденный.
сейчас вам мальчик, покажу. Да? Это девочка. Девочка такая? Это вот такая девочка. Медвежонок, вот, медвежонок. Иди сюда, Мишенька, иди сюда, моя хорошая. Ой, не могу взять, в перчатках. Просто супер. Тьфу-тьфу на вас, тьфу-тьфу. Ой. Хороших хозяев и здоровья, самое главное. Спасибо, взаимно. Да, да, да. Вот такие. Ребята, звоните, забирайте, потому что реально псы обалденные. Сколько им? 2 месяца будет. 2 месяца. Что, что вы просите? Просим 9 тысяч, 10 тысяч гривен. Хорошая цена за таких псов, да, да. Шикарные псы. Действительно шикарные. Вот такие вот хомячки у нас. Да. Мальчик не ходит, я хочу спать вообще, оставьте меня. Вот такой мальчишка. Да. Вот такой мальчишка. Да, медвежонок. Чистый медвежонок. Чистый медвежонок и мордочка правильная, классная, с носиком. 10 числа будет 2 месяца. Обалденные. Обалденные. А ну, красавчик. Здоровье хорошее везде. Я поняла. Поэтому я видела Николаевское, по-моему, вашу съемку. Голубей, наверное, в Николаевских. Да. Да. И там мы тоже, скорее, успеваем. Везде, где успеваем. Все понятно. На любой вкус, пожалуйста. Так, дорогие друзья, приезжайте, выбирайте себе друзей. Главное, цените всегда животных и любите их. Если вы купили, помните, что вы в ответе за того, кого приручили. А Зоотроп едет дальше, снимать новые видео и искать интересные локации для вас.